Отстраненный отдел первый зампред правительства Омской области Юрий Гамбург проведет еще 4 месяца в СИЗО. Судья Центрального районного суда Омска Алексей Полищук не удовлетворил ходатайство адвокатов чиновника. Они просят заменить меру пресечения на домашний арест или многомиллионный залог. Таким образом, Гамбург, пробыв в камере изолятора год, останется там до 2 ноября. Не подействовали на судью и слова известных омичей. Правозащитники озвучили слова поддержки Гамбургу от маршала Советского Союза Дмитрия Язова и Героя России Дмитрия Перминова. Напомню, Гамбурга обвиняют в 8 преступлениях, 7 из них тяжкие. По версии следствия, из-за продажи муниципальной земли госбюджету был причинен ущерб на сумму 412 миллионов рублей. Ущерб по-прежнему не возмещен.